И кажется, апрель сошел с ума. А может быть, к нему пришел январь, а вместе с ним вчерашняя зима, накинув на апреле снега шаль. А может, это так старался Бог нам что-то очень важное сказать, к примеру, чтобы каждый то берег, что может безвозвратно потерять: надежду, радость, веру, доброту, любовь и счастье, блеск любимых глаз, и что осуществлять пора мечту не в будущем, когда-то, а сейчас. А может, стало холодно вверху от нашей бесполезной суеты, от равнодушных душ, сокрытых вглубь, или от того, что внутренне пусты, в красивой упаковочке тела, историю не знавшие свою, весна цветы собрала и ушла туда, где души светлые поют. А может, это шанс взглянуть в окно, где смешан с черной грязью белый снег, и мысли все очистить до одной, что злобою измазал человек. И прекратить кого-то осуждать, желая мести, проклиная вслух, и, может быть, в себе вину искать, что стал врагом когда-то лучший друг. Нет, это не апрель с ума сошел, а люди, что привыкли воевать, не помня, как весною хорошо своих любимых к сердцу прижимать. Не замечая рядом душ людских, не глядя в небеса и в календарь, мы сами заслужили дней таких, когда в апреле царствует январь.